привет, ребят! Сегодня у нас на обзорчике волковая жатка, которая делает волки. Вот такая вот, ребят. Прикольно. Сибдро Сельмаш, ребят. Это русская. Вот она у нас продается. Где? Волковые жатки. Вот, ГВС-6У. Захват у него, ребят, 6,5 метров. Скорость рабочая 18 км в час. И может тянуть ее 35 лошадей. Даже может ее Т25 тянуть. Давайте посмотрим, что у нас тут есть тракторов. Маленьких возьмем какой-нибудь трактор, не сильно крутой. Такой, чтобы был, знаете. Такой, чтобы мало-мало лошадей был. У нас есть такой. Ну тоже тут все мощные, нема такого сильного. Ну возьмем ЮМАЗик, давайте. Сейчас мы его противовесами закидаем, короче, сейчас нафаршируем по полному. Кондер поставим. Так. Капот. Вот так. Все, арендуем его. А у нас уже трава есть. Так. Вон там кондер тут стоит. Поехали. Пневматик тоже шикарно сделан. Все, шлангочки есть. Все, поехали. Вот такой аппаратик. Чудо-чудо. Коптит капец, наверное, походу. Колечки запали, наверное. Видите, как трактор наш коптит. Он типа кондер стоит, видите, такой. Крутит он. Такая за хрень. Типа воздух, что там. Да. Пытаем наш чудо-аппарат, ребят. Я буду делать обзоры не только на этот трак, комбайн, грузовики, но и на оборудование. Вот прикольно зашло. Главное, что оно русское. Не бортная вещь, а русская. Тоже давно не было таких. Тоже вроде как годный мод. Сейчас посмотрим, как он сюда покажет. Волкование вот у нас тут. Здесь уже заранее я скосил траву. Сейчас мы его подъедем. Так, разложим. Опустим. И включим. А он сам не включается, он сам крутится, и когда едет. И вот, смотрите, ребят, делает волок. Все как по мам доктора прописал. Смотрите, как красиво идет. Захват, правда, у него небольшой. Прикольно. Вещица. Так. Тоже. Оп, поехали. Сейчас будет волочек собираться. Вот два волка получается. Красиво. Можно спокойно заезжать фуражным прицепом и собирать это все. Такой чудо-агрегат, ребят. Прикольный. Ребят, ссылка на него будет в описании. Кому интересно, ребят, качаем. Испытываем, играем, пользуемся. Это еще называется в народе, ребят, грабли. Ну что, на этом все. Всем пока и до встречи.